скромности можно сказать, что на Сент-Джеймс-Парк сегодня есть все условия для атаки. В воротах Карл Дарлоу. Кирен Кларк в защите сыграет с Ямалом Ластелсом. Джон Джо Шелви с первых минут играет в центре полузащиты с Исааком Хейденом. Сегодня в составе два нападающих. Полагаю, и соперник, наверное, готов. Такая схема у них сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень много. Скромности можно сказать, что на Сент-Джеймс-Парк сегодня есть все условия для атаки. В воротах Карл Дарлоу. Кирен Кларк в защите сыграет с Ямалом Ластелсом. Джон Джо Шелви с первых минут играет в центре полузащиты с Исааком Хейденом. Сегодня в составе два нападающих. Полагаю, и соперник, наверное, готов. Такая схема у них сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень много. Скромности можно сказать, что на Сент-Джеймс-Парк сегодня есть все условия для атаки. В воротах Карл Дарлоу. Кирен Кларк в защите сыграет с Ямалом Ластелсом. Джон Джо Шелви с первых минут играет в центре полузащиты с Исааком Хейденом. Сегодня в составе два нападающих. Полагаю, и соперник, наверное, готов. Такая схема у них сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень много. Скромности можно сказать, что на Сент-Джеймс-Парк сегодня есть все условия для атаки. В воротах Карл Дарлоу. Кирен Кларк в защите сыграет с Ямалом Ластелсом. Джон Джо Шелви с первых минут играет в центре полузащиты с Исааком Хейденом. Сегодня в составе два нападающих. Полагаю, и соперник, наверное, готов. Такая схема у них сегодня. Почти что универсальная тактика, которая в умелых руках способна на очень много. Смотрим. И теряют они мяч. Тут его прижимают, не дают пространства. Уверен, он сыграл сейчас. Смотрим. И теряют они мяч. Тут его прижимают, не дают пространства. Уверен, он сыграл сейчас. Отлично! Смотрим. И теряют они мяч. Тут его прижимают, не дают пространства. Уверен, он сыграл сейчас. Отличный! В воротах Карл Дарлоу. Кирен Кларк в защите сыграет с Ямалом Ластелсом. Джон Джош.